Давайте посмотрим ваше отношение к нему его глазами. То есть, как мужчина думает, вы к нему относитесь. А вы заодно можете сравнить, правильно ли он считывает ваше поведение или нет. То есть, его глазами, ваше отношение к нему его глазами. Ну, вы знаете как? Его глазами он видит не, скорее не ваше отношение к нему, а ваше отношение к самой себе. Вот и Вселенная, и карта силы здесь это подтверждает. Вы... Он не думает, как вы к нему относитесь. Он больше думает о том, как он к вам относится. Вы какая-то здесь несравненная, бесценная, удивительная,